Слышь, нет? Давай. Давай, давай, давай. Алло, Татьяна Ивановна? Здравствуйте, это Маша Вепринцева. Татьяна Ивановна, я опять в командировку улетаю. Вы не могли бы за Вестом присмотреть? Очень хорошо. Ну тогда я вам деньги оставлю в ящике стола. Я приеду во вторник. Хорошо, спасибо вам. До свидания. Мама, завтра собрание, классно, я сказала, чтобы ты пришла. Ну, Вес, я же говорила, я не могу. Ясно, как всегда. Ну что, как всегда? Ну я же тебе говорила, что я улетаю в Киев с Родионова, у него там рекламная кампания. Ну у него кампания, ну а ты-то тут при чем? Как это при чем? Я его помощник, я должна быть при нем. Мне за это деньги платят. Вес, ну не сердись, пожалуйста. Я когда приеду, я в твои классные зайду и все и объясню. А с Татьяной Ивановной я договорилась, она с тобой побудет, пока меня нет. Ладно, проехали. У тебя сейчас кофе сбежит. Ты книжку для Федькиной мамы своего Родионова подписала? Родионов не мой, у нас национальное достояние. Держи свою книжку. Тоже мне достояние. Детективщик. Ладно, пока. Целовать. Дорогу переходи аккуратно, ладно? Ладно. Здравствуйте. Могу я с господином Веселовским поговорить? Алло, Игорь? Доброе утро. Это Маша Вепринцева, помощник Дмитрия Родионова. Сегодня у Дмитрия Алексеевича эфир. Я хотела бы, чтобы он вопросы посмотрел. Готовы они? Конечно, я подъеду. Да, я записываю. Угу. Что там? Ой, я не расслышала, извините. Хорошо. Я буду минут через 30-40. Когда я буду подъезжать, я вам перезвоню. Ну все, до встречи. До свидания. Да, Машенька, сейчас бегу. Ага. Ай, ты, господи, я не узнал тебя. Ну, что значит Машка какая? Ну,
Да никак это не баба, это чисто деловое... Что ты заводишь с полуворота, а? Да нет у меня баб никаких, нет. Да. Есть только ты. Да. Давай. Маша? Здравствуйте. Так. Это вам. Спасибо. Ваш кофе. Спасибо. Ваш энергетический коктейль. Спасибо, Люсь. Оставь мне пару баночек. Я думаю, закончился уже. Я вечером потом приеду, заберу. Хорошо? Угу. Так, отличная вещь. Угу. Лучше, кстати говоря, любого кофе. А что это такое? Энергетический коктейль. Да. Тренер мне советует употреблять. Хотите попробовать? Нет. У меня со здоровым образом жизни не получается. Кофе, сигареты, никакой зарядки, никакого режима. Скоро начну Макдональдс питаться. Всегда завидовал людям, которые хватает сил поддерживать себя в форме. А мне деваться некуда. Вы знаете, работая на телевидении, приходится держать себя в форме, чтобы хорошо выглядеть. Mm-hmm. Хотя, знаете, я бы с удовольствием плюнул бы на все, отрастил бы такую бороду, питался бутербродами и спал бы. Ничего не получается. 2-3 раза в неделю летаю в Киев, только в самолете и высыпаюсь. Киев? Да, я там веду программу о культурных связях с Россией. Угу. Здорово. Ну, тут все нормально. Единственный вопрос про творческие планы лучше убрать. Дмитрий Алексеевич свои планы ни с кем обсуждать не любит. И пробелы. Это, если я правильно понимаю, там, где будут вопросы зрителей? Ну да, мы же не знаем, о чем они нас будут спрашивать. Ну, тогда все. Угу. Сейчас поеду, покажу вопросы Дмитрию Алексеевичу. Спасибо вам. Вам спасибо. Да, помните, у нас эфир 12:30. Да, я всегда помню. Работа такая. Доброе утро. Здравствуйте. Маш, а где мои... Вопросы? Да, я там набросала примерный ответ, чтобы вам голову не забивать. Угу. Во сколько у нас эфир? 12:30. Через полчаса надо выйти. Ну что за жизнь, а? Всю ночь пишешь, пишешь. Потом ни свет, ни заря куда-то тащит. Маш, ну ответьте мне, ну кто будет смотреть телевизор 12:30 дня? Ну, судя по рейтингу, большинство ваших читательниц. Сумасшедшая. Маш, будьте добры, сделайте еще один кофе. Уже? Спасибо. Значит, сейчас вы идете в гримерную, потом наш администратор проводит вас в студию, эфир у нас прямой, поэтому мы звонки будем принимать от телезрителей в течение всей передачи. Все понятно. Маша, возьмите, пожалуйста. Очки. Да, спасибо.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Литературная гостиная» и я ее ведущий Игорь Веселовский. У нас в гостях сегодня автор, известный автор, автор детективов Дмитрий Родионов. Я вас приветствую. Здрасте. Здрасте. Очень рад, что вы с нами. Дмитрий Алексеевич, ваши книги сейчас занимают первые строчки в рейтингах. Вот в связи с этим у меня первый к вам вопрос, может быть, наивный. Вы начали писать. Просто с чего все началось? Все началось. Подпиши смету. Не пугайте меня. Что за смета? Киевская рекламная кампания. Ну и получилось так, что пока я лежал, много чего передумал. И как-то все это вылилось. Видал? В роман, свой первый роман. Хорошее интервью. Ты договорился? Ну а кто? Первым-то пока я руковожу. Молодец. Хорошая передача, звонков много. Погоди, погоди, то ли еще будет. Сейчас он в Киев съездит, у нас там все телевидение схвачено. А и на Родионовские книжки вагонами будет покупать. Твоими бы устами, Илья. Да ты садись. Я бы на твоем месте не строил таких радужных прогнозов. Ну а что, какие-то проблемы? Вы талантливо написали, и сейчас ходят слухи, что вы, талантливый писатель, едете в Киев, где собираетесь подписать контракт с кинокомпанией Бориса Головко. Вы знаете, я еду в Киев, но совершенно по другим делам. И вот от вас от первого я только что сейчас узнал, что, оказывается, у господина Головко существует своя кинокомпания. Неужели? Да, и мне кажется, что все эти случаи весьма преувеличены. Слышал? Нет, у Бориса Головко действительно... Этот Головко, помимо всего прочего, имеет на Украине собственный телеканал, он медиамагнат. Сейчас он еще и кино снимать решил. Финансировать его будет Кольцов, так что снимать они будут много и дорого. Кольцов. А, это тот, у которого судостроительные заводы. Заводы, и банки, и инвестиционные компании. Вообще он в русском Форбсе то ли на 15-м, то ли на 16-м месте. С Головко они дружат. Говорят, что даже с семьями. Ну и какую книгу Родионова этот Головко собрался экранизировать? Все, Илья. Все. Если они подпишут контракт, это означает для нас многомиллионные убытки. Ну а ты с Димой-то по поводу прав на экранизацию говорил. Ну, 100 раз. Он слышать ничего не хочет. Ты же знаешь, по его первой книге сняли совершенно позорное кино. Теперь при слове экранизации он шарахается, как черт от ладана. Разговаривать бесполезно. Ну да, действительно. Если уж ты с ним договорился, так Головко и подавно делать нечего. Родионов мужик упертый. Знаешь, Илья, трудно быть принципиальным, когда речь идет о цифре 6 нулями. Ну? Что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе поехать вместе с Родионовым в Киев, сделать так, чтобы он не подписал контракт с Головко. Идеально, чтобы они вообще не встретились. Нереально. Ну, захочет встретиться. Тут помешать я ничем не смогу. Илья, ты все время жаловался, что работаешь за одну зарплату. И что ты не имеешь процент от прибыли. Если Родионов не подпишет контракт с Головко, я сделаю тебя полноценным партнером со всеми вытекающими. Хорошо. Ну, если не получится. Ну, ты постарайся. Ты ведь желающих на твое место очень много. В общем, как ты это сделаешь, меня совершенно не интересует. Я не хочу, чтобы Родионов подписал контракт с Головко. Не знаю, потому что я не хочу никого обидеть, но я скажу честно. К сожалению, это мое личное мнение. В нашей стране качественно пока что детективы снимать не умеют. И поэтому в обозримом будущем ни о каких экранизациях моих романов речи быть не может. Угу. Точка или запятая. Например, Грю предлагает купить вашу рукопись. Будь то Miramax, или Columbia Pictures, или еще кто-то.
И? Это, конечно, интересно. Но, к сожалению, или к счастью, Голливуд пока мне ничего не покупает. Но господин Главко, я и сам пока ничего не продаю. Выключи. Успокойся. Ты весь на нервах. Сядь. Может, тебе отдохнуть? Ну, помнишь, как мы с тобой после свадьбы поехали? Палатки на берегу. Мы и так на берегу. Палатки. Может быть, все-таки отдохнуть? Кольцовы едут в конце месяца в Ниццу. Может, и нам? Вот разберусь с этим Орлом, тогда поедем. А ты с ним говорил? Нет еще. А если он откажется, что будем делать? Да не откажется. Никуда он не денется. Я еще никого не знаю, кто бы от таких денег отказывался. Мало ли. Не все же в жизни продается и покупается. Я тебя умоляю. Пускай еще спасибо скажет, что добром прошу, деньги предлагаю. Еще есть другие методы воздействия, куда менее приятные. Женщины. Да, была. Самая главная женщина в моей жизни – это была Клара Ивановна. Она работала в школе библиотекарем. Когда я прогуливал физику, я приходил к ней, и она мне подсовывала всякие хорошие и полезные книжки. Ну, наверное, тогда я и пристрастился по-настоящему к литературе. У нас осталось совсем, к сожалению, мало времени, поэтому еще один телефонный звонок. И, пожалуйста, покороче, будьте любезны. Господин Родионов, в вашем романе «Обитель зла» есть очень мудрая фраза. Не надо ехать туда, где вас не ждут. Это действительно мудрая фраза. Не надо ехать туда, где вас не ждут. Это может для вас плохо кончиться. Очень плохо кончиться. Надо нашей службе безопасности сказать об этом звонке. О каком звонке? С угрозами. О чем вы, Маша? Я о последнем звонке в эфир про обитель зла. Не устраивайте панику на голом месте. Ну, позвонил какой-то умалишен. Делов-то. Вон, помните, в том году мне звонил ревнивый муж. Думал, что я живу с его женой. Плюньте. Если вы помните, этот ревнивый муж чуть вашу машину не сжег. Ну, не сжег же. Потому что охрана вовремя подоспела. Вообще, Дим, сообщать о подобных звонках в службу безопасности входит в мои обязанности. Мне за это деньги платят. Не буду я с вами спорить. Что хотите, то и делайте. Действительно, вам платят за эти деньги. Лучше мне скажите, откуда взялись вопросы про этого киевского олигарха? Понятия не имею. Вы же видели вопросник. Там не было никакого Головко. Ладно, бог с ним. Что, у нас теперь домой? Нет, мы едем в издательство. 3:30 у нас встреча с Марковым по поводу поездки в Киев. Просто прекрасно. А когда мне работать? Утром телевидение, потом издательство. Завтра вообще в Киев улетать. А потом Марков будет рвать и метать, что я вовремя не успеваю издать свой роман. Ну как мне быть? Ну, Дим, ну вы же понимаете, реклама, все такое, надо тиражи поднимать. Я понимаю, реклама – это хорошо. Может, мне бросить писать и заниматься только рекламой? Тогда посмотрим, какие тиражи Марков поднимать будет. Ну, может быть, вам об этом лучше с Марковым поговорить? Приедем, поговорим. А где? На заднем сиденье. Спасибо. Боря, я хотела тебе кое-что предложить. Ну, не знаю, как ты к этому отнесешься. Ну и что? А ты хотела специально его пригласить для разговора? Ни в коем случае. Слишком много чести. Зарываться начнет, возомнит о себе черти что. Слушай, а может быть, просто устроим вечеринку? Ну, без всякого официоза. Пригласим 10 человек, ну и его заодно. А с Кольцовым ты как договорился встретиться? Он приезжает в Киев завтра. Пробудет 10 дней. Может быть, в эти дни. Слушай, ну так прекрасно. Давай их пригласим всех. Пусть побудут у нас.
и Катю, и Мишку. Хочешь, я позвоню Кате? Да, позвони. Слушаю. Пусть Родионов сидит в Москве и ни в какой Киев не суется. Ясно? Вы ошиблись номером. Ваш телефон. Я слышу. Возьмите трубку. Я не буду отвлекаться, мне неудобно за рулем. Я так не могу. Это раздражает. Невозможно. Возьмите трубку. Не советую бросать трубку. Вы ошиблись номером. Не советую бросать трубку, Мария Викторовна. Что вы хотите? Вы слышали, что Родионов не должен лететь в Киев. Полетит, не вернется. Вы поняли? Ничем вам помочь не могу. Всего доброго. То есть не поняли. Если вы любите своего сына, уговорите Родионова остаться в Москве. Что? Жаль, если мальчик пострадает от вашей глупости. Маша, объясните, что случилось? Телефон абонента выключен. Мой телефон не отвечает. У кого не отвечает? Что? У кого не отвечает телефон? В чем дело? Телефон абонента. У меня, простите, я просто сыну дозвониться не могу. Сыну? Да, у меня есть сын, он учится в 7-м классе. А вот Сильвестр, я знаю. Откуда вы знаете? Вы мне рассказывали. В чем дело? У него телефон не отвечает. Телефон абонента выключен или на... Алло, Вест? Маша, это я, Ира. Вы где? Извините. Вы не забыли, вас Марков ждет? Да, Ир, едем. Через полчаса будем. Ну все, Дим, надо ехать, вас ждет Марков. Нет, Маша, мы никуда не поедем, пока вы мне не расскажете, что случилось. Ира? Да? Ты дозвонилась до Родионова? Где он? Да, дозвонилась. Маша сказала, через полчаса подъедут. А где сейчас сын? Должен быть в школе, потом пойдет на теннис. А школа где? На Красных Воротах, Головлевский переулок. Поехали. Куда? На Красные Ворота. Вас же Марков ждет. Да ничего страшного, подождет. Маша. Кирпич. Мам! Ты что здесь делаешь? Где твои вещи? Вон, скамейка.
Давай, 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 быстрей. Дай руку. Держи. Ты почему к телефону не подходишь? Батарея села. Я тебе 100 раз говорила, следи за батарейкой. Познакомься, это Дмитрий Алексеевич. Привет. Это мой сын Сильвестр. Здрасте. 100 раз тебе говорила. Мам, куда мы едем? В издательство. А теннис? Ты сегодня на теннис не пойдешь. Да как? У меня сегодня важный турнир. Давай потом поговорим, хорошо, Веста? Победы, только возьми суп обязательно, ладно? Деньги есть? Давай. Мам, я суп не хочу. Нет, возьми обязательно, желудок испортишь. Давай, пообедай и возвращайся, потом подождешь меня в приемной, понял? Ладно. Давай. Ну, по поездке, я думаю, все. Илья, пресс-релизы где? Сейчас Ира подготовит план поездки, контакты, все у нее. Ага. Тогда отдай Маше, ладно? Угу. Пойдем. Дим, по поводу этих звонков с угрозами. Служба безопасности этим занимается. Ты скажи Маше, чтобы она не волновалась, хорошо? Ситуация штатная, не первый раз. Да? Но раньше моим помощникам с угрозами еще никто не звонил. Я вообще ничего не понимаю. Ну ладно, узнать ее телефон не проблема. Но как они узнали про сына? Мы разберемся. Они у меня свое дело знают, найдут. Ну хочешь, возьми с собой в Киев охрану. Да не, спасибо. Хватит с меня вестника. И я тебя очень прошу, постарайся не задерживать рукопись, ладно? Я стараюсь. И если бы меня не тащили в Киев, стараться было бы значительно легче. Скажи, ну никак нельзя мне избавить от этой рекламной бодяги? Ну никак. Без этой рекламной бодяги, знаешь, даже Достоевский не продается. Дима, у меня к тебе еще один разговор. Опять? По поводу экранизации? Ага. Извини, нет. Ну ладно. Счастливо съездить. Счастливо. А если он откажется, что будешь делать? Не откажется. Не таких обламывали. А вдруг? Ну, если вдруг, пускай на себя пеняет. Ты кольцом звонила? Нет еще. Позвони. Ракеты бери. Ракеты возьми. Сейчас собьют. Дай-ка. Видишь ящики? Амму. Оружие. Берем. Выпускаем ракету. Второй уровень. Что вы на меня так смотрите? Нет, ничего. Я поклонник старых акшенов. Здорово отключает мозги. Вы дела закончили? Да. Жду в машине. Вест. Пойдем. Марк сказал, волноваться не стоит. Обычно телефонное хулиганство. Да это бог. Маш, да не переживайте вы так.
Маш, давайте зайдем в Макдональдс. А то дом шаром покати. Хоть каких-нибудь гамбургеров куплю. Есть хочется. Может, лучше продукты купить? Исключено. Все равно готовить не буду. Ну, как хотите, ешьте свой холестерин. Алло? Кать, привет. Надюшка, привет. Как ты? Ничего, потихоньку. Слушай, Боря сказал, что завтра кольцо приезжает в Киев. Собирается, да, что? Ну что, очень хотелось и вас всех видеть. Бери Мишку, приезжайте к нам, погостите у нас. Уже 100 лет не виделись. Хоть поговорим, как белые люди. Звучит заманчиво. Ну я попрошу, чтобы приготовили твои любимые вареники. С вишней. Ага, с вишней. А у вас в Москве такие не умеют готовить. Ну что, приедете? Ну, вареники с вишней, ты же знаешь, я за них родину продам, если кто купить захочет. Надюш, ну я не знаю, ты же наверняка там полный дом гостей наприглашала, официоз, ну, ты знаешь, как я это все люблю, и нам же поговорить-то толком не дадут. Да нет, никакого официоза. Пару человек, ваш один писатель из Москвы, Родионов. Родионов? Слушай, а я недавно с ним пару интервью видела. Очень неглупый мужик. А мама моя вообще все книжки его читает. А он по делу или как? Ну, пока не знаю. Боря с ним хочет поговорить насчет прав на экранизацию. Это он очень правильно делает. По родионовским книжкам такое кино можно снять. Просто закачаешься. Ладно, Надюша говорила. Пошла вещи собирать. Целую, увидимся, пока. Ура, увидимся, целую. До встречи. Все. Пока-пока. Что тебе взять? Биг Мак, колу, 2 пирожка с вишней. Вест. Да все нормально. Мороженое будешь? Да. Маш, что вам? Ну, я не знаю, что там, кроме гамбургеров, есть. Может быть, курицу или салат? Хорошо, пойдемте со мной, выберите сами. А то возьму что-нибудь. Сиди здесь, никуда не выходи. Мам, здесь рядом компьютерный магаз, я сбегаю мышку. Нет. Ну, у меня заглючило. Нет. Заодно Silent Hill посмотри. Нет. Ты понял? Никуда не выходи. Мам, я быстро. Я говорю в другой раз. Сиди здесь. И салат есть? Вот, пожалуйста. Или плюнуть на все и съесть с вами за компанию гамбургер? Простите, пожалуйста. Дим, вы будете кофе? Извините, пожалуйста. Извините. Вы Дмитрий Родионов, да? Да, это я. Ой, я же сразу сказала, что это вы. А, я все ваши книжки читаю. Прекрасно. А можно автограф? Пожалуйста. Да. Спасибо. Сейчас, извините. Сейчас. Господи, да где же она? Вот. Давайте. Угу. Как вас зовут? Светлана. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Все взяли? Да, все взяли. Подождите, я все-таки возьму кофе. Вот ваш кофе. Двойной эспрессо без сахара. Вы прям мысли читаете. Работа такая. А где машина? Милиция, 108-е отделение. Хорошо, жду. Кто это? Шеф службы безопасности. Не волнуйтесь, они этим занимаются. Здравствуйте. Это у вас пропала машина? У меня ребенок пропал. Спокойно, гражданочка. У меня здесь написано, пропала машина, в машине находился ребенок, 13 лет, волосы светлые. Его нашли? Кого нашли? Вас спрашивают, ребенка нашли? А, ищем. Мне нужен номер автомобиля. Что? Государственный номер автомобиля. Здесь нечетко написано.
Маша, извините, вы не помните номер моего автомобиля? Н-486-ВА. Н-486-ВА. Хорошо. ВА. Так, только вставайте. Пойдемте, на свежий воздух, покурим. Пойдемте. Так, Маша, перестаньте нервничать. Все будет хорошо. Да? Вест? Ты где? Дома. Что? Дождь долго не было, я пошел в магаз. Магаз ложовый, ничего нет. Ни машины, ни Silent Hill. Я выхожу, а вы уже уехали. Да как не уезжали? Я и посмотрел. Смотрю, машины нет. Ну и поехал домой. Как? На метро, как еще? Ну, что, нашелся? Нашелся. Замечательно. Уже дома. Теперь только осталось найти машину. Нет, я его убью. Как это можно? Я же ему сказала мне выходить. Просто с ума можно сойти. Маш, ну не надо так нервничать. Дайте сюда. Он еще мальчишка. Я в детстве такое творил. Помню как-то, в классе в седьмом, да. В Питер уехал на 3 дня. Матери не сказал ни слова. А там рок-фестиваль, Кинчев, Цой. Мы все тогда по ним с ума сходили. Денег на билеты нет. Загнал своему другу куртку за 25 рублей и вперед. Почему вы матери не сказали? Она бы меня вообще не отпустила. Какой еще Цой? Мама всю жизнь на фабрике проработала. Вы же из профессорской семьи. Это версия для официальной биографии. Вестник придумал и профессорскую семью, и то, что дед у меня дворянских кровей. Слушаю. Да. На какой штрафстоянке? Что значит на эвакуаторе оттащили? Ладно, я записываю. Да? Хорошо. Спасибо вам. Кто звонил? Из службы безопасности. Машину нашли, ее, оказывается, на штрафстоянку оттащили. Что творят? Вообще, раньше около Макдональдса стоянка была разрешена. Не знаю, сегодня разрешена, завтра запрещена. Как это у нас бывает? Ладно, надо машину выручать. Это бог знает где, туда еще 2 часа добираться. А вам еще работать. Едем. Едем. Если хочешь, яичницу зажарю, правда, она холодная уже. Иди спать, ладно? Уже поздно. Иди. А ты? А я еще собираться буду, я завтра в Киев улетаю. Привет, сестренка.
Есть что-нибудь попить, а? Что, у тебя телевизор не работает? Пока поднялась, чуть не умерла. Слушай, еле тебя нашла. Вы по старому адресу уже не живете? Чай будешь? Да, давай. Никуда. Туда иди. У соседей начала спрашивать, куда переехали, никто ничего не знает. Мы сколько лет с тобой не виделись? Лет 7? 9 лет. Еще мама была жива. Погоди, а мама что, умерла? 6 лет назад весной. Сердце. Надо же. Я даже не знала. Не старая ведь была. Ну, ты расскажи, как ты? Где ты сейчас? Там. То там, то здесь. Обо мне неинтересно. У тебя все хорошо? Ну, слава богу, да. Деньги писатель платит? Не жадничает? Нормально платит. Ну, ладно. Теперь самое главное. Я, мать, к тебе по делу пришла. У меня кое-какие проблемы. Рассказывать долго. В общем, деньги нужны. Илка, ну ты же лечилась. Ой, ну давай не будем, а? 7 лет не виделись. Только встретились, ты опять меня будешь воспитывать? 9 лет. Да ладно, неважно. Я же тебе говорю. У меня такие обстоятельства. Мне деньги нужны. Тебе больше за ничего не надо. Или тебе что, обязательно нужно что-то выяснять? Чтобы я унижалась, по полу каталась, да? Просто так помочь сестре не можешь? Надо обязательно мне всю душу вывернуть. Сколько тебе надо денег? Приличная сумма. 10 тысяч. Я не таких денег. А сколько у тебя? Ну, 1500, наверное. Нет, не подойдет. Мне 10 надо. Когда тебе нужны деньги? Завтра. Днем. Ну, это нереально. Откуда мне взять столько денег еще за полдня? Значит, помочь ты мне не хочешь, да? Ну, я не говорила, что не хочу. Да ладно, как всегда. Мама все виновата. Сама свои проблемы решаю. Перестань, я тебя прошу. Вот я тебя прошу. Я пришла тебя, попросила. Помоги мне найти деньги. Что ты мне на это сказала? Что ничем помочь не можешь. Окей. Окей. Как ты со мной, так и я с тобой. Хочешь, я ему все расскажу? М? Хочешь этого? Илка, найди, клянусь. Найди, чем хочешь, клянусь. У меня нет столько денег. Мань, ты легко живешь. Ты не знаешь просто, что такое серьезные проблемы. Я тоже так жила. Пока не узнала, что счастье – это очень хрупкая штука. Пока. До завтра, Мань. Почему должно было что-то случиться? Нет, нет, просто рано еще. Ты спишь? Нет, говори. Я хочу тебе сделать официальное предложение. Что? Не поняла. Ты мне хочешь сделать предложение? Да, предложение. Приезжай завтра ко мне на обед с супругом. Нет, Борь, мне кажется, это неудобно. Что значит неудобно? Неудобно штаны через голову одевать. Ну, я думаю, что твоей жене это не очень понравится. Так, я тебя не замуж зову, а в гости всего лишь. Так что, что тут неудобно, я не понимаю. Целую. Целую. Хорошо. Я тебя тоже целую. Пока.
Вест, проснись, пожалуйста. Вест, проснись. Проснись. Чё так рано? Сегодня вроде воскресенье. Послушай меня, я сейчас уеду часа на два. Ты посидишь дома один. Дверь никому не открывай. На звонки не отвечай. Если кто-то будет звонить или стучать, сразу звони мне на мобильный. Понял? Ну, что случилось? Ничего не случилось. Все будет нормально. Ты только делай, как я тебя прошу, хорошо? Угу. Ну, давай спи дальше. Пока. Илюш сегодня не в форме. Проблемы? Ну, не то чтобы проблема. Заработался просто. Послушай, ты когда с Родионом беседовал, ты там что-то про Гладков спрашивал. Он... Ты его хорошо знаешь? Знаю. А тебе зачем? Да у меня к нему дело. Что он за человек? Делец. Упертый, как баран. Считает, что все можно купить и что все продается. Ну, обычно, если самому, кстати, что нужно, не пожалеет никаких денег. Понятно. Здравствуйте. Сейчас никто не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Дима, впустите меня, пожалуйста, это Маша. Дима. Дима, это я, впустите меня, пожалуйста. Дима, мне нужно с вами поговорить, откройте дверь. Доброе утро. И куда в этот раз такой ранний? Ну, извините, что это экрана. Ничего, ничего, я привык. Хоть в 6 утра, если скажете сдать. Издатель тут ни при чем, я вас сама разбудила. Нет, я работал. Дим, мне надо с вами поговорить. А в самолете никак нельзя? Я не могу лететь с вами в Киев. Объясните толком. Что значит, вы не можете лететь в Киев? Это что, шутка? Может, сегодня 1 апреля? Нет. Сегодня не 1 апреля, это не шутка. У меня дела в Москве. Какие дела? Ну, личные дела. Маш, вы меня, конечно, извините, но когда мы с вами только начинали работать, у нас был уговор. В рабочее время никаких личных дел быть не должно. Я помню. И тем не менее, в Киев вы лететь не можете. Ну, я понимаю, я вас очень подвела, но, честное слово, я вам клянусь, что если бы это не было так важно, я бы никогда с этой работы не ушла. Подождите, вы что, хотите уволиться? Нет. Ну, вы же сами говорите, что личное и рабочее нельзя. Послушайте, Маш, ну, говорите, пожалуйста, по-человечески. Что же вы из меня жилы тянете? Давайте спокойно. Что случилось? Кто-то умер, заболел. Что-то с сыном стряслось. Его надо сегодня же увезти. Куда? Не знаю. Маш, выпейте воды. Давайте по порядку. Вы не видели свою сестру? 9 лет. 9 лет. Теперь она вас нашла. Да. И что? Она лечилась. Я думала, что вылечилась. Нет. Наркотики. Она требует с вас деньги? Теперь понятно, откуда эти телефонные звонки с угрозами. А при чем здесь Сильвестр? Он не мой сын. Как так?